воздействие на уязвимые точки. То есть независимо от параметров противника, да, так или иначе, у него есть те точки, которые гарантированно будут причинять ему боль. Это глаза, горло, пах. Это такие приемы, как там выкручивание пальцев, например. Это, может быть, укусы или там какие-то подручные предметы. Подходит, ты че? И пошел удар. То есть вы делаете замах, здесь не останавливайтесь. Замах и сразу удар. Замах и сразу удар. То есть это должно быть реалистично.